Аллилуйя. Господь, благодарю Тебя, Отец Небесный. Благодарю Тебя, что Ты нам показываешь. Господь, Твой Иисус, Твой Сын Иисус Христос носил на лбу, носил на голове терновый венец. И именно Он, через этот венец, Он сокрушил все цепи. Все цепи. Все цепи болезней, грехов, проклятий. Все эти цепи, они были навешаны на Него. Он взял на Себя эти цепи греха, болезни и немощи во имя Иисуса Христа. Поэтому сейчас эти цепи падают именем Иисуса Христа. Именем Иисуса Христа я провозглашаю сейчас, что сейчас все демоны через кашель начинают просто выскакивать. Демоны, которые в мыслях, демоны в нервной системе, демоны немощи в эндокринной системе, демоны в иммунной системе, демоны в клетках и в ДНК, демоны в нервах, демоны в костях и суставах, демоны в мышцах, демоны в глазах, демоны в ушах, демоны в языке, демоны в мозге, демоны в горле и в щитовидке, демоны в легких, в сердце, в сосудах, демоны в печени, в желудке, в поджелудочной, в почках, в надпочечниках, в мочевом пузыре, в половых органах. Во имя Иисуса сейчас, через кашель, выскакивайте вон, выскакивайте прямо сейчас. Вон, вон, вон. Ангелы Божьи, вытащите всех этих паразитов, вытащите всех этих незаконных квартирантов во имя Иисуса, которых я назвал во имя Иисуса. Ангелы Божьи, сейчас вытаскивайте все это через кашель, пусть все выходит. Особенно сейчас через сердце. Вот все, что в сердце, там дух смерти сидел, вытаскивают ангелы сейчас дух смерти во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Вытаскивают из крови также во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Прямо сейчас. И вливается чистая вода. Вот здесь, как говорится, чистая вода проливается из кувшина, да? И прямо сейчас изливается во имя Иисуса Христа. Демоны зависимости выходят во имя Иисуса. Табакозависимость, алкозависимость, наркозависимость, игрозависимость, да? Интернет-зависимость. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас прочь, прочь, прочь. В зависимости от порнографии. Прочь, 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 прочь во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Все демоны, выходите через кашель. Через выдох, через кашель, через слезы, через слюни. Во имя Иисуса. Прочь, прочь. Поднимись и выйди сейчас во имя Иисуса. Прямо сейчас во имя Иисуса. А все органы начинают восстанавливаться. Восстанавливаются взамен. Восстанавливаются все органы. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас мы верим в Божию трансплантацию именем Иисуса Христа. Ангелы приносят новые части тела. Приносят новую кожу. Новые зубы, новые волосы, новую кровь, новые кости, новые суставы, новые мышцы, новое сердце, легкие, желудочно-кишечный тракт полностью, печень, желудок, поджелудочная селезенка, желчные почки, мочевой пузырь, все, что нужно в половых органах. Во имя Иисуса сейчас все новое, трансплантация приходит именем Иисуса Христа прямо сейчас. Боль, выйди вон. Выйди вон всякая боль. Выйди прочь во имя Иисуса. Выйди во всякий дух злой, нечистый и дух немощи. Во имя Иисуса, дух проклятия. Прочь выйди прямо сейчас. Мы говорим, организм полностью омолаживается. Во имя Иисуса Христа. Провозглашаем чудотворение. Чудотворение в тело. Чудеса, чудеса. Ангелы, принесите эти органы. Принесите эти органы прямо из духовного мира. Высвободите их. Во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас высвободите. Сейчас огонь исцеления истекает из моей руки. Огонь исцеления истекает из моей руки. И прямо сейчас демоны начнут проявляться и выскакивать во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас, прямо сейчас. Прямо сейчас, демоны, выходите через кашель именем Иисуса. Прочь, 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 прочь во имя Иисуса. Демоны немощи, немощи болезни, прочь. Онкология. Прочь во имя Иисуса Христа. Сейчас же, сейчас же, сейчас же, сейчас же, сейчас же, сейчас же. Во имя Иисуса. Аллилуйя, шита равада шита. Аллилуйя, так фарта катратит сатрунте. То тавада шита рода валада шито. То баршита равада шито. Аллилуйя, фарада ваштита. То каваратике шута лаэн. О, ашита вала вашина равада шинта ла. О, аллилуйя, аллилуйя. О, Господь, благодарю Тебя.
Аллилуйя, Таршатра туда, что Тарабашино. Аллилуйя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Прямо сейчас все сосуды исцеляются во имя Иисуса Христа. Освобождение происходит. Всякие духи немощи, проклятия, злые духи, нечистые духи. Во имя Иисуса, вон, 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 мы провозглашаем терновый венец, силу тернового венца. Силу тернового венца. Терновый венец, который одел Иисус на себя, в этом сила, потому что там он взял боли ранами своими во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Освобождение произойди во имя Иисуса. Освобождение, дух рака, онкологии, всяких наростов, всяких папиллом, всяких кист во имя Иисуса, вон сейчас же выйти прямо сейчас. Вирусы сейчас разрушьтесь. Всякие клеточные болезни исцелитесь во имя Иисуса. ДЦП исцелись. Дух паралича, выйди вон, начните двигаться. Дух боли, выйди вон, начните двигаться просто сейчас. Дух слепоты и плохого зрения, выйди вон во имя Иисуса. Дух глухоты, выйди вон во имя Иисуса. Дух психических расстройств и психологических, даже если это не за ваших родственников, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, прочь выходи сейчас же, прочь во имя Иисуса Христа. Сейчас двигайся позвоночник на место, сейчас вы будете чувствовать движение в вашем позвоночнике, в костях и в теле, потому что Господь будет вставлять сейчас все кости. Во имя Иисуса, прямо сейчас, двигайтесь кости, двигайся позвоночник, двигайтесь все, что нужно в органах, органы в теле, двигайтесь на место и исцеляйтесь прямо сейчас во имя Иисуса. Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас. Прямо сейчас, прямо сейчас, прямо сейчас, Сефатере Доки Шатрадаим, благословляем Тебя, благословляем, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Аллилуйя, 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 Шерате Фаратале Диносте, исцеляется туберкулез полностью, зависимости все. И теперь, давайте сейчас мы высвободим слово для наших родных, кто нуждается в исцелении и свободе. Во имя Иисуса мы говорим сейчас, всякий дух нечистый, мы связываем тебя в наших родных. Прямо сейчас мы разрушаем твое действие, мы берем ключи, которые дал нам Господь, и связываем на земле всякое действие нечистых духов наших родных, духов немощи, болезни, зависимости наших родных. И мы говорим, во имя Иисуса прочь. Мы говорим, что ключи, ключ Давида, Иисус, прямо сейчас, это большой, прямо сейчас, Иисус, ключом Давида открывает двери именем Иисуса. Сейчас исцеление происходит, чувствую в духе открытие. За наших родных, за ваших внуков, детей, пап, мам, бабушек, дедушек, за ваших друзей сейчас. Во имя Иисуса высвобождается фартаки фотавонови. О, Господь, товардеши терланору, тонала тенте вартидо с центру варшин раларва, а ты теку товарабаши томарава давитам аламаште. Во имя Иисуса, приходится в норму. Я провозглашаю сейчас омоложение и исцеление. Во имя Иисуса, омоложение и исцеление для всех нас. Примите свое омоложение, даже до такой степени, что у вас седые волосы станут темными, нормальными, вашим нормальным цветом. Во имя Иисуса Христа. Начните бегать и прыгать, начните почувствовать прилив сил, потому что Господь сейчас наполняет. Да, пусть лишний вес тоже уберется прочь, пусть диабет уберется прочь, пусть всякая анорексия уберется прочь во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас огонь во имя Иисуса, огонь во имя Иисуса, свобода. Свобода от боли. Боль выходи во имя Иисуса. Все боли выходите во имя Иисуса сейчас. С выдохом, с кашлем. Прочь сейчас во имя Иисуса Христа. Божий огонь. Божий огонь. Аллилуйя. 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 Прямо сейчас молимся, чтобы всякая миопатия эрба была уничтожена. Тоже на во имя Иисуса Христа. Мышцы укрепились и встал на ноги. Во имя Иисуса Христа этот человек. Прямо сейчас зависимости разрушаются. Ангелы Божии высвобождаются. Остеохондрозы уходят прочь во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Восстанавливается после вмешательства врачей, лекарств в тело. Восстановись после операции. Восстановись во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. После
после переломов, после химиотерапии, после операции, после лекарств. Восстановись сейчас же, последствия ковида также. Исцелитесь во имя Иисуса Христа. Всякие разрывы, переломы. Исцелитесь, огонь Божий. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Благословляем тебя, благословляем. О, Господь, чувствую огонь. Огонь. Скажи, скажите так. Господь, я отдаю эту ситуацию, отдаю это исцеление твоей руки, и я разрешаю тебе действовать столько, сколько ты хочешь, столько, сколько ты захочешь времени уделить этому. Я открыт, и я не блокирую во имя Иисуса Христа прямо сейчас. Освобождение и исцеление во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. О, Бог, благословляем тебя. Боли вон во имя Иисуса. Вон боли, сказал. Вон немощи. Вон во имя Иисуса. Прямо сейчас. Вон немощь прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе. Аллилуйя. Спасибо тебе, драгоценный Господь. О, Господь, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе.